Благоустройство и озеленение – понятия, неотделимые друг от друга. Деревья не только очищают воздух от вредных газов и пыли, но и радуют нас разнообразными фруктами. Масштаб реализуемого проекта озеленения очень широк, ибо эту работу можно считать началом подготовки к празднику Навруз. Акция по посадке молодых саженцев прошла в Бостанлыкском районе Ташкентской области, Бектемирском районе столицы и Гулистане. Программа озеленения и благоустройства продолжается. Уже неделю, как регионы республики передают эстафету друг другу. В процесс вовлечены практически все. Цели благородные – борьба с последствиями обезлесения и изменения климата, а также создание благоприятной окружающей среды. Площадку для высадки деревьев и различных сортов растений выбирают сами жители. Виды разные – фруктовые, декоративные. А самое главное – учитываются все необходимые факторы и специфика каждого региона. Вот и в Махале Мирышкор Бектемирского района работа по высадке саженцев в рамках акции «11 миллионов деревьев» идет полным ходом. Привлекли свыше 400 добровольцев. Перенесемся в Бустанлыкский район Ташкентской области. Невзирая на то, что величественные горы района покрыты белым снегом, все же сейчас здесь уже чувствуется запах весны. Самая пора благоустраивать округ. 5000 людей вызвались добровольцами, 2000 из них – молодежь. А показатели еще выше, чем предыдущие. Высадили более 100 тысяч разных видов деревьев. С каждым днем увеличивается число гостей, прибывающих в наш район. Честно говоря, раньше было немного неловко за состояние территории наших махалей. Подобные акции, несомненно, сплочают народ, призывают к более бережному отношению к окружающей среде. Я и раньше принимала участие в хашарах, но еще не доводилось сажать деревья. В акции лично посадила свыше 10 саженцев различных фруктовых деревьев. Это довольно увлекательный процесс. Всего в столичной области за сезон посадили около 12 миллионов саженцев фруктовых и декоративных деревьев, а в районных и городских центрах высажены цветники. Теперь же основной упор на их уход, на то, чтобы проделанная работа не прошла зря. И растения выросли здоровыми и крепкими. Тем временем акция набирает обороты и в Гулистанском районе Сырдарьинской области. Здесь, говорят, высадили уже более 12 тысяч саженцев. Сама работа – дело не из легких. Требует особого подхода. Необходимо учитывать ряд правил, ведь саженец капризен при выборе почвы и климата. Например, здесь ввиду достаточности влаги не обязательно поливать водой после высадки. Сейчас самая благополучная пора. Если пропустите этот момент, то далее земля станет суше, и процесс прорастания может усложниться. Участие в акции – это хороший пример демонстрации гражданской позиции населения в сохранении природы, восстановлении и приумножении зеленой зоны в Узбекистане.